Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны, то скорее подписывайтесь. Сегодня настал тот день, когда я наконец-то купила себе Work This Journal. Кстати, я смотрела в магазине, там их было очень-очень много всяких разных обложек, но задания все были одинаковые. Я решила купить такой This A Box. Где это коробочка? Вот в такой коробочке Work This Box, то есть уничтожь эту коробку. Это исследователь, открой Мирзанова. И еще я в этой коробке был антиежедневник, и, естественно, Work This Journal. Я еще в нем ничего не делала, но надеюсь, что сегодня мы с вами это будем делать. Но перед началом, конечно же, подпишитесь на мой канал, но мы начинаем. Первое задание, которое мы будем делать, это вот это вот, имена писать тут так. Эта книга принадлежит Полина. Я пишу, ну, просто Полина. Полина, напиши свое имя белым цветом. Белым цветом. А за маской? Можно за маской? Точно, я думаю, так. Правда, видно, у вас это может не выразить так. Внимательно следят за своим здоровьем и красотой. Поэтому на выходных любят отправляться за город. Да, вот все. Термальных источников. Вот все. Так, следующее, что мы будем делать, это... Напиши своим неразборчивым. Я не умею писать своим неразборчивым. Попробую. Так, понятно, ребята, это просто капец. Так, следующее, это напиши с меня малюсенькими буквами. Окей, постараюсь. Ну как? Тут просто малюсенько. Напиши с меня задом наперед. Мой задом тут будет, а не лоб. Напиши свое имя как можно бледнее. Для этого нам понадобится карандаш. Очень бледный. Ребят, даже нет смысла вам показывать сейчас, потому что вы это не увидите на камере. Да. Напиши свое гигантским имя. Вот это я люблю. Па. Ли. Да, о как. Так. Ну, адрес и номер телефона я еще напишу. Так, следующие тут инструкции. Представь свои собственные номера за страницу пустой. Ставь сюда, вытри ноги, это я сделаю. Так, приклей, расплескай кофе. Вот, продырявь страницу. Давайте же сейчас продырявим страницу карандашом. Сейчас я продырявлю и включу карандаш. Вот, ребят, я ее продырявила. Правда, получилось не очень хорошо. Но я ее продырявила. Это же самое главное. Так. Ну, я еще потом сделаю здесь синим цветом, это закрашу, и сделаю типа созвездие черным цветом. Это моя собственная идея. Так, следующее. Нарисуй толстые и тонкие линии. Жми на карандаш изо всех сил. Давайте возьмем цветные. Я возьму синий и розовый. Сейчас я сделаю это и включу камеру. Ребята, я не ожидала, что так получится, но получилось немного ужасновато. Не, эти пятна это от карандаша, это я потом стеру, это просто так получилось. Следующее, что мы будем делать, оставь свои отпечатки, испачкай чем-нибудь руки и положи их в страницу. Давайте сделаем, чтобы было ярко акварелью, как бы все так делают. И сейчас я испачкаю одну руку, приложу, закрою, и что получится? Давайте. Капец, я еле это отмыла, это просто жесть. Вот же что получилось. Вот так. Я еще потом вот это отпечатки, вот такие слабые, буду еще закрашивать фломастерами. Так, закрась всю страницу, это я закрашу. Так, брось что-нибудь прямо в яблочко. Карандаш или шарик с краской. Положи сюда листья или другую. Это мы тоже делаем. Поскребить тут чем-нибудь. У меня где-то был нож для гравюры. Только где он?
Ладно, не суть. Давайте мне поскрипти. Не-а. Так, карандаш и сестры. Так, нарисую что-нибудь бессмысленное карандашом. О, это я умею. Я даже напишу и нарисую. Сейчас я скажу вам, что получится. Что можно нарисовать бессмысленное? Какашку. Ребята, у меня сразу, я сейчас ее нарисовала, но какашка у меня получилась как привидешка. Ну, в этом и суть, что я не умею рисовать какашку, но я нарисовала какашку. Бессмысленность. Так, ну вот, я еще здесь... О, сюда можно пайеточку приклеить такую. Сейчас. Что получилось? И клеится нифига, надо новую взять. Смотрите, ребят, получилось вообще очень даже забавно. Я здесь написал бессмысленное. Ох, как же все бессмысленное. Осталось так фломастером. И здесь в пустом фоне я не знаю, что нарисую. Я в дальнейшем что-нибудь нарисую. Скорее всего, я тоже здесь напишу какую-нибудь ерунду. Что? А, какашку мне показала. Видите, какая ужасная какашка. Ну, так уж я и рисую. Так, ребят, ну, я думаю, на этом все. Если вы хотите продолжение, как я заполняю Work This Journal, то напишите об этом в комментарии, поставьте лайк. Ну и на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока, ребята. Я вас очень сильно...